какой красивый фонтан. А он еще и с подсветкой. Но сейчас светло, просто танцуют струи. Очень красиво. Разнообразие в нашей паровозной жизни. Выйти в Мичуринске и посмотреть на фонтан. Зимой я ехала, он, конечно, не работал. Ребятня и взрослые все рады у воды постоять. Плюс 26 в Мичуринске. Скоро 6 вечера.